35 лет назад пришел в мартеновский цех завода «Красный Октябрь» Анатолий Фирсович Серков. Полюбилась ему мужественная рабочая профессия «Сталевар». Подручный попал к знаменитому тогда Соколкову. Поначалу и такую операцию доводилось выполнять. Это был его первый шаг на пути овладения тайнами сталеварения. Пришло умение управлять огненной стихией. Металл подчинился его воле. На протяжении многих лет бригада, возглавляемая Серковым, перевыполняла производственные задания, давала родине металл отличного качества. По труду была и награда, высшее звание Героя социалистического труда. Было это в 1958 году. Теперь Анатолий Фирсович старший мастер. 10 тысяч тонн сверхплановой стали получено за годы 10-й пятилетки на блоке печей Серкова. Его ученик, прославленный сталевар, Александр Николаевич Поздняков, депутат Верховного Совета СССР. Город-герой Волгоград назвал героя труда своим почетным гражданином.